Ну что, уважаемые друзья, сегодня будем стричь ель. Много вопросов, когда стричь ель голубую. Когда, именно когда. Тут я уже маленько постригал, поэтому сейчас мы разберемся. Здравствуйте, уважаемые друзья. С вами Евгений Филимонов, и вы находитесь на питомнике «Хвойный дворик» и на его одноименном канале. Стригем ель голубую. Много вопросов по тому, когда стричь ель голубую. Когда? Ну, я стригу, когда у меня есть время. Когда есть время, тогда я стригу. То есть вот сейчас у меня появилось время, я стригу. Но я выбираю обычно это время всегда, потому что побег еще не одеревеневший и срезается довольно-таки легко. Я стригу аппаратом, сейчас я вам его покажу. Вот видите, если присмотреться отсюда вверх, то вот веточки торчащие, их надо все убрать. Скажете, зачем это? Появятся пеньки, конечно, да, соответственно. Вот здесь даже можно видеть пенек прошлого года, вот он. Вот вы увидите, это прошлого года. Ну, издалека, вот прошлого года. Они не так заметны, поэтому, когда постригаешь, вот отсюда уже почки пойдут, к примеру. Вот я постриг тут чуть-чуть. И поэтому стригу я всегда приблизительно в это время. Ну, когда я этой ели 25 лет, я ее стригу, дай бог не сорвать, третий раз, третий год. Иногда через 2 года стригу. То есть верхушку обязательно, потому что, если можно видеть, там она вообще безобразная, ее надо стричь, иначе на следующий год у вас будет вообще там куча безобразия. А к осени она нормализуется, у ней форма, и даже пострижется сейчас, вот когда это вблизи видно, какие-то пеньки, что-то там видно, но издалека она смотрится очень довольно достойно и красиво. Постригаю в основном ветки торчащие, если так вот присмотреть, вот здесь я постриг, и здесь их нету. А вообще, ну, стараюсь дальше не лезть. Так, подстригать я сейчас не буду при вас, потому как это все довольно хлопотно и долго. И гуделка этой. Вот некоторые ветки. У меня есть вот такой аппарат, сейчас я его одену. Залазишь на стремянку и пошел. Вот они слетают. Такой аппарат есть. Ну, а по низу, конечно, что-то полегче. Что-то полегче, к примеру. Есть попроще. Ну, в основном я ими пользуюсь. На стремянку восхожу. И оттуда уже. А чем не достаю, если до верха, то тогда тот беру и, конечно, вот ветки торчащие. Вот ветки где торчат, то смело не бойтесь, ель переносит очень даже кардинальную обрезку. Поэтому, и как я понял, как по моему опыту, что в любое время года постригайте, не бойтесь. Поэтому, когда ель постригает, это не прищипка. Прищипку, да, надо производить тогда, когда ель еще не, еще даже иголочки не открылись. Ну, аппарат, может, не самый лучший, но факт в том, что им можно постричь ель. И даже вот она не пострижена, вот одна сторона только. Сейчас я сам пострижкой займусь и это все сделаю. А потом покажу вам результат. В этом видео я рассказываю о том, как, когда надо стричь ель. А вы уже там смотрите, когда вам удобнее. Если честно, самый лучший вариант это примерно весна и осень. Ну, весной почка довольно мягкая, побег довольно мягкий, и лучше прищипка, и стричь его не так удобно, его полностью. А вот в такое время, когда побег уже пошел, и он еще не одеревеневший до конца, он стрижется довольно-таки хорошо и удобно. Поэтому я стригу обычно в такое время.
Ну, еще что можно сказать? Ну, вопрос по тому, когда я стригу, я думаю, снят. Этот ролик был для этого. Это когда стричь, он называется «Когда стричь ель голубую», но я вам скажу так, что когда я стригу ель голубую, я стригу ее обычно в это время, то есть июнь месяц, где-то числа 10-го я стригу. Ну, в других регионах, может быть, это позже, когда такие побеги уже будут, поэтому все зависит от региона. Секретного секрета тут нет. Подстригайте смело, не бойтесь. Еще раз говорю, она переносит кардинальную стрижку. Я вот снизу убрал полностью, яруса 3, наверное, полностью убрал их. Поэтому внизу у меня ствол. Еще желательно почистить вот эти все сухие ветки. Залезть прям секатором, все это убрать. Оно потому что вообще тут не сильно необходимо. Но вообще я хочу дорастить ее, чтобы ходить потом по ней. Она... довольно-таки живучее дерево, что ель, что сосна. Если... главное, что если она у вас прижилась, тогда можете начинать стричь. В каком возрасте? Ну, это уже другой вопрос, и я думаю, мы разберем его в последующих видео. Вот, уважаемые друзья, мы уже постригли, уже вечер. Постригли, я постриг ели, подровнял просто. Сильно кардинально я не стриг, конечно. Можно видеть еще там, на ней висят веточки обрубленные. Ну, завтра я срису, и все будет нормально. Так оно ровненько, все, все, как говорится, пучком. Вот отсюда можно посмотреть. Ну вот, вроде все, больше ничего. Но потом, если какая-то ветка вылезет, можно взять ее и спокойно обрезать. А сейчас для того, чтобы она уже дальше росла нормально, все как бы и была в форме. Если подойти ближе, даже тоже видно, что она уже пострижена. И все, вот видите, тут еще там веточка, ну где-то хорошо прям, где-то не очень, но уже намного лучше. Издалека она потом набивается, нормально идет. Со временем я, может, даже еще и более ее уже сделаю. Но сейчас, по крайней мере, она мне такая нравится. Поэтому пусть будет такая. А там видно будет. На этот год мы с ней уже завязали. Что-то делать с ней, обстригать или обстригать, пусть растет. Да, сейчас жарко, помучается чуть-чуть, ну потом пойдет, будет все хорошо, я думаю. Ну, на этом все, уважаемые друзья. С вами был Евгений Филимонов. Всего доброго, удачи!